Доброе утро. С вами брокерская компания Kit Finance. Меня зовут Олег Крот. Я Эдуард Ланчев. Представляю ваше внимание. Брифинг «Ставки сделаны». Здравствуйте. Здравствуйте. В силу разных причин мы сегодня начинаем хоть и западного рынка, но будем смотреть это в программе Quick. Вот, и поэтому большую часть брифинга будет вести только Олег. А я ему буду аккомпанировать. Да, после Нового года тяжело выговаривать некоторые слова, но это вполне нормально. Давайте перейдем на экран. Так, это у нас... Так, в принципе, наш российский рынок Новый год пережил небольшим... Новогодние праздники пережил небольшим подъемом, так же, как и американский рынок. По традиции, если первую неделю в Америке идет рост, то у них считается, что и год будет растущим. Посмотрим, так это будет или нет, но с учетом того, что QE3 вполне реально, то движение вверх еще у нас будет довольно-таки неплохое. Так, давайте посмотрим. По традиции начнем с нефтяного рынка. По давно знакомому уже всем график. По этому графику видно, что нефть не спеша пытается выбраться из этого падающего канала, коридора длительного, который был с мая. И, в принципе, ей это уже удалось. Что мы здесь еще видим? То, что, несмотря на то, что довольно-таки большая напряженность в Иране сейчас, нефть не растет стремительными темпами. Одна из причин, почему так происходит, это евро. То есть евро падает, и поэтому нефть тяжело на этом расти. Вторая причина – то, что, я думаю, большинство участников не верят в войну сейчас. Почему? Потому что Обама все-таки довольно-таки миролюбивый президент, и с его лозунгами о выводе войск из Афганистана и другими начинать войну фактически перед выборами маловероятно, что он это будет делать. По этой причине, я думаю, крупные участники войны в текущий момент сейчас не верят. Поэтому нефть хоть и вышла из этого коридора, но мощного роста мы не видим. В принципе, это не мешает еще сделать небольшое движение наверх. К этим уровням, то есть это 116 по Бренту, я думаю, в ближайшее время мы эти уровни увидим. То есть нефть пока, если кто по нефти работает, то пока рекомендация работать от покупок. По золоту довольно-таки неплохая картина складывается. То есть золото у нас удержало длительный вот этот тренд, который идет уже несколько лет у нас. И несмотря на прокол этого тренда, пытается отбиться наверх. Цель движения по золоту, я думаю, находится в районе 1680, вот у этого сопротивления. И дальше отсюда будем смотреть, что с ним делать. Пока по золоту тоже рекомендация работать от покупок. Евро находится в падающем тренде, то есть на днях это очень хорошо видно. Сейчас, возможно, небольшой откат. Ближайшую там неделю вполне реально, что мы на 1.30 откатим евро. Но я бы не торговал сейчас от покупок, даже несмотря на этот откат, потому что движение наверх пока сильным не будет, а вот движение вниз еще не закончилось. И, в принципе, здесь может движение вниз быть вплоть до 1.20. Поэтому пока по евро рекомендация находиться без позиции и ждать момента для шорта. Да, евро очень слабый евро. Да, даже несмотря на различные заявления. Почему мы сегодня растем? Ну, во-первых, профицит от Китая у нас неплохой вышел, лучше ожидания. Во-вторых, по Европе состоялся саммит, где Саркози и Меркель опять начали давать обещания. В принципе, другого варианта у них не остается, потому что реально договориться о чем-то им сейчас трудно, но обещания они давать могут, на этом рынок подрастает. Но несмотря даже на это, евро довольно-таки слабо себя чувствует.
потому что все понимают, что обещания – это обещаниями. Ну, а фондовые рынки, так как крупных размещений у нас на этой неделе облигаций американских не было, они пытаются подрастать. Кстати, по поводу размещения, сегодня будет как раз довольно-таки серьезное размещение облигаций в Америке на 35 миллиардов долларов. По этой причине сегодня довольно-таки опасный день для покупок. Поэтому, несмотря на то, что мы сегодня с утра двинулись вверх, день довольно-таки опасный. Ну и давайте перейдем к нашим акциям. По индексу МВБ перед Новым годом, если кто нас смотрел, помнит, что мы советовали между праздниками, точнее с 1 по 10 работать от покупок. В принципе, это наша рекомендация, она сработала. У нас в позициях было довольно-таки немного эмитентов по той причине, что перед Новым годом была пила, и часть позиций пришлось закрыть. Ну вот, если посмотреть по индексу, то цель этого движения сейчас наверх среднесрочная находится в зоне от 1500 до 1550. 1550 очень мощный уровень, я специально здесь показал, как этот уровень рынок обрабатывал. То есть здесь видно, что мы очень часто от этого уровня отбивались и вверх, и вниз. И сейчас мы опять будем пытаться к нему подойти. По этой причине цель пока находится именно здесь. Там надо будет смотреть, получится его пройти или не получится, как это будет происходить, какие объемы. Пока рынок притягивает уровень 1500-1530. Да, вплоть до 1550. Если перейти на акции, то по «Газпрому» видно, здесь неплохой коридор у нас получился. Мы сейчас находимся вот у верхнего границы. И, в принципе, если вот сегодня с учетом американских размещений облигаций будет какой-то откат вниз завтра, то будет неплохой момент для покупки «Газпрома», потому что цели по «Газпрому» находятся чуть выше. Здесь минимальная цель где-то 180. Если рынок откатится на 176-174, снова будет неплохой потенциал для прибыли. По «Сбербанку» также здесь похожая ситуация. То есть вот мы видим коридор. Здесь, правда, цели в этом коридоре довольно-таки высоко находятся. Это где-то уровень 94. Также здесь видно, что этот уровень довольно-таки серьезное сопротивление, 94-95. По этой причине сразу мы его не пройдем. Но даже несмотря на это, потенциал движения довольно-таки высокий. Поэтому по Сберу неплохие варианты для покупки. Даже с текущих уровней. Единственное, что надо, если покупать, то на часть позиции. Почему? Потому что сегодня-завтра возможен краткосрочный откат, на котором можно будет добавиться и уже выставить стоп такой среднесрочный. Если покупать на часть позиции сейчас, то стоп довольно-таки большой получается, ниже 77. Это причина только на часть позиции. А на другую часть надо будет ждать отката вниз. Там уже добавляться. По норникелю видно, что норникель вышел из своего падающего тренда и пытается здесь как-то развернуться наверх. Но ситуация пока очень нестабильна, поэтому если делать покупки, то опять же пока только на часть позиции. Здесь стоп ниже 4800, ну а цели здесь вот этот гэп на 5300. Не закрыты. По Лукойлу одна из акций, которая у нас в покупке была до Нового года и остается. И цели я называл там 1740. В принципе, мы уже эти цели прошли. И дальнейшая сейчас цель по Лукойлу находится уровня где-то 1800-1820 вот в этой зоне. Поэтому, если у кого-то «Лукойл» есть в портфеле, то можно удерживать дальше. По «Роснефти» 220 там была цель, но в районе 207, я напомню, там стоп сработал. Поэтому, ну, бывает так именно, что вот срабатывает стоп, и рынок разворачивается, идет куда-то хотел. Но, к сожалению, с этим ничего не сделать. То есть работать без стопов – это занятие не лучшее, скажем так.
Что дальше по Роснефти? Мы можем увидеть, Роснефть очень похожа на бенд. График SEO, вот вы помните, я показывал только что. Такая же ситуация, то есть был широкий коридор падающий, и также с большим трудом Роснефть из него вышла, ну, пытается выйти. Другое дело, что сейчас находится у верхней границы вот этого коридора другого уже, поэтому по этой причине Роснефть пока лучше в текущий момент не покупать, подождать. Ну и ВТБ традиционно был слабее других акций, сейчас он пытается как-то это исправить ситуацию за счет вот, сегодняшнего гэпа. Но в принципе я бы сейчас по ВТБ дождался ситуации, когда будет видно, что ВТБ стал, ну, как минимум на уровне с другими акциями. Пока нет рекомендации по ВТБ. То есть из фишек пока варианты для покупок — это Сбер на часть позиции, Лукойл остается в покупке еще с момента до праздников, который у нас был. И из менее ликвидных акций Новатек, я напомню, в районе 380. Так, что здесь графиком непонятно. Вот. В районе 380 мы рекомендовали к покупке перед Новым годом. Довольно-таки неплохое движение между праздниками, вот сейчас по нему произошло. И цель этого движения находится в районе 415. То есть пока позицию можно удерживать здесь где-то по Новатеку. Ну и также по индексу РТС. Индекс РТС, цель его движения 150. Почему именно этот уровень? Вот здесь мы видим, то есть это верхняя граница вот этого у нас движения, которое у нас вниз было долгосрочное. И здесь находится цель. Также довольно-таки серьезный уровень сопротивления. Это уровень 147. Это вот здесь видно, у нас расширяющая формация идет. И в районе 147-150 это цель движения по индексу РТС. Если сегодня, завтра будет какое-то движение вниз на размещение облигаций американских, то можно использовать для покупки фьючерса с целью в районе 147-150. По нашим позициям, это мы рекомендовали покупку 136,5. Эти позиции можно удерживать. И, ну, цель я назвал, а стопы здесь сейчас находятся на безубытке. Почему такие большие стопы? Ну, они большие, если входить с текущих уровней. В нашем случае это просто безубыток. Почему? Потому что может быть движение вниз сейчас, именно на размещение облигаций, чтобы не вышибло эти стопы, ну, они сейчас на безубытке находятся. Ну, вот, в принципе, и все. То есть пока мы рассчитываем на движение рынка наверх, по той причине, что рынок еще движение наверх не закончил, серьезное размещение облигаций крупные американские только будут у нас в конце месяца. Сегодня это фактически единственное такое более-менее значимое размещение, которое какое-то движение может вниз вызвать, а может и не вызовет даже. Поэтому пока работаем от покупок. Удерживаем Лукойл, часть позиции можно в Сбербанке покупать, а Новатек также покупки. Но по другим акциям будем смотреть. Пока такая ситуация. Ну, также фьючерс РТС. По Уралкалию вопрос сейчас был. По Уралкалию довольно-таки также неплохой момент для покупки. Если что-то и делать в нем, то покупка с текущих уровней. Другое дело, что вот сегодня довольно-таки опасный момент, как я сказал. Поэтому, если покупать, то на часть позиции. Сейчас я его открою. Там мы находимся у нижней границы коридора. И, в принципе, этот вот коридор, в принципе, пытаемся от нее отбиться наверх. Поэтому здесь можно начать позицию покупать. Стоп вот ниже 222. То есть примерно так. Ну, а цели здесь, понятно, 245. То есть пока такая ситуация по Уралкалю. Так.
Размещение облигаций сегодня по традиции там в районе 9-10 часов по московскому времени в Америке. Другое дело, что обычно какой-то негатив поступает перед размещением. Это может быть либо сегодня в течение дня, либо в начале торгов американских, то есть в 6 часов. Поэтому вот в тот момент надо быть осторожным с покупками. Так, ну вот, наверное, и все. Давайте на этом будем заканчивать. Удачных трейдов. До свидания. До завтра. Еще в чате будем 5-10 минут, ответим на вопросы. Ну и следующий брифинг у нас 12 часов. Дмитрий Шагардин его проведет. И читайте, смотрите нас на YouTube и на нашем сайте brokerkf.ru. Спасибо, до свидания. Всего доброго, успешных инвестиций.